Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Какие интересные культурные события ждут самарцев на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. Самарский литературный музей приглашает на экскурсию «Жизнь и творчество» Алексея Толстого в эту субботу. Вы узнаете, где прошло детство и юность писателя, о его любовных драмах и счастливых романах, и о том, как создавались книги и снимались фильмы по сюжетам, придуманным Алексеем Толстым. Начало экскурсии в 14:00. Суббота в Самарском художественном театре будет также посвящена Алексею Толстому. На сцене «Золотой ключик». Любимая с детства, веселая и мудрая история о деревянном мальчишке откроет двери в мир захватывающих приключений, искренней дружбы и добра. Спектакль начнется в 11:00. Музей-галерея «Заварка» ждет юных самарцев на встречу музейного клуба 9 ноября. Ребят старше 7 лет ждут настольные игры, ароматный чай и разговоры обо всем на свете. Музей напоминает, что желательно принести с собой что-то к чаю. Присоединиться могут все желающие. Встреча начнется в 14:00. Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской проведет очередную встречу литературного салона «Бунин» в воскресенье 10 ноября. На этих встречах посетители читают и обсуждают роман «Жизнь Арсеньева». Поэтическая проза Ивана Бунина будто бы перемещает читателя в далекое прошлое, в неспешную жизнь дворянской усадьбы и дает возможность поразмышлять вместе с главным героем над вопросами, заданными больше века назад, но волнующими до сих пор. Литературный салон начнет свою работу в 17:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.